Всех вас, честные отцы, братья и сестры, поздравляем с праздником. Воспоминание чуда Архангела Михаила в Хонах, или как по-простонародному называли этот праздник Михайлово чудо. В честь архистратига Божия Михаила множество было воздвигнуто храмов и монастырей в нашем Отечестве. Множество людей восприняли от купели крещение своего, его святое имя. Многие селения и города, такие как Архангельск или село Архангельское и другие, назывались в честь Михаила Архангела. Один из первых храмов был воздвигнут в Выдубицком монастыре на месте, где был в воды Днепра низвержен идол Перуна, и на месте его низвержения, где язычницы, сокрушаясь о своем свергнутом лжебоге, шли понад берегом и кричали: «Выдыбай, Боже, выдыбай!» Но деревесная чурка и вырезанный из нее идол плыл безмолвно по Днепру. Так Выдубицкий или Выдубицкий монастырь на том месте основан, и храм первый был в нем построен в честь Архангела Михаила, сокрушителя сатаны. В честь Архангела Михаила носил имя и первый Михаил Киевский, митрополит Киевский и всея Руси. В честь Архангела Михаила откупили крещение многие угодники Божии, воссиявшие в святости и почивающие нетленно мощей своих и прославившиеся чудотворениями, такие как святитель Митрофан Воронежский, был в миру Михаил. Погребение его совершилось в стенах Михаила Архангельского храма Благовещенского монастыря. В честь Михаила Архангела был назван и святитель Иоанн Шанхайский, Сан-Франциский. И под его осенением ангельских крыл вырос такой дивный угодник Божий, не только славный в нашем Отечестве, но по всему миру, и нетленными мощами почивающий в Сан-Франциско. И над ним, над ракою с мощами его, нарисован скачущий на коне Архангел Михаил с трубою, которую трубит, созывая всех на страшный суд. Даже в советское время город Архангельск, областной центр, в безбожное коммунистическое время сохранял название в честь Архангела, как бы этим показывая, что не отступил Архангел Михаил от своего города и покрывает его. В сегодняшний день мы вспоминаем, братья и сестры, что сегодняшний день является престольным днем и в скиту села Адамовки. Молимся за братьев и сестер, которые находятся там и которые редкими весточками переписываются с нами, также с любовью, молясь о нас грешных, как в последнем письме написали, что каждый день обходим с иконой скит и благословляем и в вашу сторону братьев и сестер, всех здесь собравшихся. Нас сегодня молитвенная любовь объединяет сегодня с Адамовкой в их престольный день. Мы в сегодняшний день празднуем особо, братья и сестры, предстателя и заступника Михаила Архангела, верного служителя Божия, собирателя нас, грешных, через ангелов-хранителей в Царство Небесное. Охранитель на мытарствах душ православных христиан, когда бесы стараются не зринуть их на дно адово. Мы в сегодняшний день молимся Архангелу Михаилу и о том, чтобы он, как водворил, как в Акафисте было написано, через низвержение бесовских полчищ мир и тишину на небесах, так мир и тишину водворил бы и здесь, на земле, многомятежной, скоро гибнущей и подчас поступающей безумно в своих насельниках, людях. Дай Боже, братья и сестры, всем прийти в разум истины и ангелами-хранителями сегодня каждому вразумиться на дела добра, милосердия, созидания, а не разрушения, убийства и ненависти. По молитвам великого в архангелах Михаила, память которого ныне совершаем.
память его чуда в Хонах, когда он сохранил чудесно храм, посвященный ему. Молимся ему и о сохранении не только храмов наших, не только лавры нашей, скитов, обителей, подворий, сел, городов, но самое главное – сохранение людей, для которых наши святыни являлись и являются святынями, вокруг которых мы, собираясь, прославляем Триединого Бога. Аминь.